Единственная в стране уличная библиотека в Степногорске пользуется все большей популярностью. На Аллее Славы и проспекте Луна в специальных книжных модулях можно найти любимую книгу или поделиться своей. Кстати, скоро местные власти планируют открыть в городе еще одну публичную библиотеку. Появится она во дворе городской больницы. Местные жители говорят, за 2 года существования книжных модулей под открытым небом ценителей литературы среди степногорцев стало больше. Мы с мужем ходим иногда, просматриваем книжки, может, что интересного появится. Даже из своей библиотеки приносили книгу. Ну, это очень прекрасная идея. Здесь очень много бывает бабушек, дедушек, школьники приходят читать. Некоторые даже ищут информацию какую-то, если не находят в библиотеке. Это можно назвать возвращением книги. Дети должны у нас читать, а не играть в компьютеры. Ученик 1 класса. Хочу научиться читать. Я люблю сказки и люблю читать. И каждый день буду сюда приходить читать книги.